В Упорово прошел форум наставников для подростков. Институт наставничества успешно работает в районе уже несколько лет. Лидеры общественного мнения на селе берут шефство над подростками, занимаются индивидуально, вовлекают детей в спорт, творчество и волонтерскую деятельность. По итогам 2022 года более 30 несовершеннолетних уверенно встали на путь исправления, стали регулярно посещать школу и секции по интересам. В первую очередь хотелось бы, чтобы ребята в таком возрасте, сейчас вот переходный возраст как раз у них, чтобы они для себя какие-то цели ставили, достигали их, и чтобы в жизни они были хорошими людьми. А наша задача в первую очередь как раз наставить их, так скажем, на этот путь. Наставникам на форуме не только вручили дипломы. Для примера, как можно разнообразить досуг с детьми, взрослых учили управлять квадрокоптером, стрелять из пневматического пистолета, а самым смелым предложили сесть за руль болида на картинговой трассе.